Привет, друзья! Вот уже шестой день Петр Мамонов находится в реанимации, и существенных изменений в его состоянии не наблюдается. Еще 1 июля поклонников встревожила новость о госпитализации 70-летнего артиста. Мужчину положили в больницу в коммунарке, так как у него был диагностирован коронавирус. По последним данным, легкие артиста поражены более чем на 80%. Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Под ним пациент находится уже шестые сутки. Ранее супруга артиста Ольга рассказывала, что ее муж не разговаривает, недоступен, как растение, описала тогда состояние больного женщины. Сегодня Ольга сообщила, что изменений до сих пор нет. Медики все так же оценивают состояние пациента как крайне тяжелое и опасаются делать хоть какие-нибудь прогнозы относительно его состояния. Друзья и поклонники Петра Мамонова не перестают верить в лучшее и молятся о здоровье мужчины. Лидер группы «Звуки Му» является очень верующим человеком. Он проделал большой путь и трудный путь к вере, поэтому близкие надеются, что Господь все же поможет ему выкарабкаться. Пока артист находится в реанимации, президент Владимир Путин подписал указ о его награждении орденом дружбы. Артист был удостоен наградой за большой вклад в развитие российской культуры и искусства. Как киноактер Петр Мамонов известен зрителям своими ролями в картинах «Остров», «Царь», «Пыль», «Игла» и других. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.